пряжа Дейзи. Это 100% мастеризованный хлопок, 50 грамм, 295 метров. Цвет номер 4409. Я буду вязать пряжу Дейзи крючком номер 2. Кофта связана вот двумя видами узоров. Первый узор и второй узор. Два квадрата, они располагаются в отношении друг друга в шахматном порядке. Вот эту схему я приложу в конце видео. Если вы любите вязать по схемам, то можете ее распечатать, сделав скриншот с экрана. Здесь есть элементы, состоящие из пышных столбиков. Я не люблю вязать пышные столбики, так как в носке и в эксплуатации они непрактичны, и петли вытягиваются. Всегда заменяю пышные столбики на столбики с накидами, с общей вершиной и общим основанием. На образца узора набираем 60 воздушных петель и будем вязать с вами два вида узоров. Цепочка, длина цепочки 60 петель. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю цепочку из двух воздушных петель, петли подъема. Пропускаю от конца цепочки 4 петли и в основании 5 петли провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Одна воздушная петля. В эту же петлю цепочки провязываем третий и четвертый столбик с одним накидом. Все 4 столбика связаны с общим основанием. Основание — пятая петля цепочки. Пропускаю 2 петли цепочки и в основание 3. Раз, два, в третью петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. Связали 1 раппорт. Узора пропускаю 2 петли, раз, два, в основании 3 петли провязываю первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, в эту же петлю провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Значит, здесь в основу раппорта входит один столбик с одним накидом и веерочек, состоящий из 4 столбиков с одним накидом. Пропускаем 2 петли цепочки, раз, два, в третью петлю провязываем столбик с одним накидом. И вот этот столбик с одним накидом — это начало следующего раппорта. То есть у нас раппорт вяжется от столбика с одним накидом до петли, которая идет перед столбиком с одним накидом. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Основа раппорта — 6 петель. Всего в узоре номер 1 должно быть связано 5 раппортов, 5 вот таких вот веерочков. Повторяем раппорт. Пропускаю 2 петли. Провязываю первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. В эту же петлю провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. 2 петли пропускаю. В основание 3. Провязываю 1 столбик с одним накидом. Пропускаю 2 петли. В основании 3 провязываю первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И в эту же петлю провязываем третий и четвертый столбик с одним накидом.
2 петли пропускаю, в третью петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. И осталось связать 5-й раппорт. Пропускаю 2 петли, в третью петлю вяжем 5-ю ракушечку, веерочек, 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 3-й и 4-й столбик с одним накидом. Так вот, смотрите, здесь я немножко вам неправильно сказала. Здесь раппорт узора идет из 4 вот этих веерочков, а вот 5-й веерочек — это идет веерочек для симметрии. То есть дополнительно он не входит в основу узора. За счет вот этих веерочков мы расширяем полотно. То есть если нам не хватает, по нашим расчетам, мы добавляем в ширину полотна вот эти веерочки. И за счет них у нас расширяется 2 половинки, деталь переда и спинки. А так у нас раппорт здесь получается начинается со столбика с одним накидом. Вот. Вот он, первый столбик, это начало раппорта. И заканчивается узор номер 1. Провязываем 1 столбик с одним накидом в третью петлю цепочки. Вот здесь заканчивается в этом месте узор номер 1. Ширина узора номер 1. Сейчас мы приступаем к вязанию узора номер 2. Он вяжется очень просто и состоит из ячеек. Квадратиков 2 воздушные петли, пропускаю 2 петли цепочки. В третью петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, пропускаю 2 петли цепочки. В третью провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки, в третью петлю провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, пропускаю 2 петли цепочки, в следующую петлю провязываю столбик с одним накидом. Давайте посмотрим, сколько должно быть ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 свободных ячеек. Мы связали с вами 1, 2, 3, 4. Осталась еще половина. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли. Провязываю столбик с одним накидом. Это 5-я ячейка. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли. В третью провязываю столбик с одним накидом. 6-я ячейка. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли. В третью провязываю столбик с одним накидом. 7-я ячейка. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки. В третью провязываю столбик с одним накидом. 8-я ячейка. Давайте проверим. Должно быть 8 квадратиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Значит, первый узор вот здесь заканчивается. И второй узор заканчивается и начинается вот так вот смотрится. Теперь мы с вами свяжем еще один элемент для симметрии, за счет которого можно расширить полотно. Пропускаю 2 петли, в третью петлю провязываю 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля, в эту же петлю цепочки провязываю 3-й и 4-й столбик с одним накидом. 2 петли пропускаю и в третью петлю
провязываю один столбик с одним накидом. Все, за счет вот этих элементов мы связали по одной ракушечке слева и справа. Вот за счет этих элементов расширяется полотно. Вот такой у нас получился раппорт узора. 60 петель. Состоит раппорт из двух видов узоров. Вяжем второй ряд. Вяжем второй ряд. Я буду его вязать по изнаночной стороне. По схеме указано 2 воздушные петли подъема. Я буду вязать 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. В это же место провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Значит, вот этот элемент вяжется каждый ряд одинаково. Теперь приступаем к вязанию узоров первого и второго. Значит, с изнаночной стороны мы вяжем выпуклый столбик, то есть вогнутый столбик. Получается, с лицевой вяжем выпуклые, а с изнаночной вогнутые. Столбик с одним накидом. Значит, ввожу крючок от себя на себя, огибаю вот этот столбик. У меня столбик с одним накидом первого ряда лежит на крючке сзади. И провязываю один столбик с одним накидом. Вот так вяжутся вогнутые столбики. Вогнутые столбики мы вяжем только в изнаночном ряду и в узоре номер 1. Так, и сейчас мы вяжем в обратном направлении. Узор номер 2 вяжется из столбиков с одним накидом классических. Вершину столбика с одним накидом провязала один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Вот здесь в следующую вершину столбика с одним накидом необходимо провязать выпуклый столбик. Два выпуклых. Смотрите, раз протяжка. Два протяжка. Три протяжка. Соединяем вместе. И зафиксировали еще 2 петли вместе. Одна воздушная петля. В эту же вершину столбика провязываем еще раз пышный столбик. Раз. Вот смотрите. Накид. Раз протяжка. Накид. Снова в эту же петлю. Протягиваем петлю на одинаковую высоту. Накид. Третья протяжка. Соединяем все петли вместе. Оставляем только 2 и фиксируем. Через 2 вяжем одну. Все. Связали 2 элемента из пышных столбиков. Я не люблю вот эти пышные столбики. Не использую их в узоре, потому что они бывают, теряют свою форму. Вот так вот растягиваются, вытягиваются и смотрятся некрасиво. После стирки носки, не дай бог, зацепились где-то. Давайте я изменю узор. То есть, если вам нравятся пышные столбики, вяжите с пышными столбиками. Я буду вязать 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. Вот таким образом. Заменяю один пышный столбик на 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. Одна воздушная петля. Давайте еще раз покажу, как вяжется один накид. В эту петлю провязываю
1 полустолбик с одним накидом, 2 петли оставляем на крючке, накид. В эту же петлю провязываю 2 полустолбик с одним накидом, 3 петли на крючке, 1 накид. Третий раз провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 4 петли на крючке, соединяю 4 петли вместе. Вот таким образом я заменяю пышные столбики на столбики с общей вершиной. По-моему, тоже смотрится довольно-таки неплохо. Одна воздушная петля. Здесь мы провязываем вершину столбика, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, под косичку вершину столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. У нас должно быть 2 ячейки. 1, 2. Далее мы вяжем элемент, состоящий из пышных столбиков, либо я буду вязать столбики с общей вершины. Вот в эту вершину столбика с одним накидом провязываю 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и вершиной. Одна воздушная петля. В это же место провязываю 3 полустолбика с одним накидом. Все, связали элемент. Всего у нас в узоре номер 2, 2 элемента таких вот цветочков. Одна воздушная петля. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Приступаем к вязанию узора номер 1. Здесь я буду вязать 1 вогнутый столбик. С лицевой стороны он смотрится как выпуклый, с изнаночной как вогнутый. Провязала, и далее вяжется очень просто. Значит, поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, поверх цепочки провязываю вершину веерочка 3 и 4 столбик с одним накидом. Там, где у нас столбик с одним накидом, вяжем 1 вогнутый столбик. И повторяем раппорт. Немножко его так подтягиваем кверху, чтобы он не... Видите, узор немножко складывается вместе. Поднимаем его кверху, вот так вот тянем за него, и он кверху поднимается. Значит, здесь вершину веерочка провязываем точно такой же веерочек из 2 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля. И в эту же вершину провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом. Вяжем 1 вогнутый столбик с одним накидом. Провязали, подтянули его кверху. Вершину веерочка провязываю точно такой же веерочек. 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. И в эту же вершину провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом. Вяжем 1 вогнутый, крючок ввожу на себя, огибаю столбик и провязываю 1 столбик с одним накидом. Получается у нас
мы связали один вогнутый столбик с одним накидом. Подтягиваем кверху этот столбик и вяжем веерочек. Два столбика с одним накидом, одна воздушная петля. В эту же вершину провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Провязываем один вогнутый столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать, вяжем вершину веерочка, точно такой же веерок, состоящий из двух столбиков с одним накидом, одна воздушная петля, и поверх цепочки вяжем третий и четвертый столбик с одним накидом. В конце ряда провязываем вот в эту первую петлю один столбик с одним накидом. Связали два ряда. Теперь мы провязываем с вами третий ряд. И у нас раппорт узора номер один состоит из двух рядов. Второго и третьего. Три воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину веерочка провязываю. Два столбика с одним накидом, одна воздушная петля, в эту же вершину провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Здесь мы вяжем один только выпуклый столбик с одним накидом. Как вяжутся выпуклые столбики? Один накид крючок, то есть на крючок ввожу крючок от себя, огибаю столбик, возвращаюсь. Получается, у меня вот этот столбик лежит на крючке перед работой. Провязываю по ребру столбика один столбик с одним накидом. В лицевом ряду мы вяжем выпуклые столбики, в изнаночном ряду вяжем вогнутые столбики. И вогнутые столбики по лицевой стороне, они смотрятся как выпуклые. Вершину веерочка провязываем веерочек. Два столбика с одним накидом, одна воздушная петля и в эту же вершину провязываем третий, четвертый столбик с одним накидом. Вяжем один выпуклый столбик с одним накидом. Повторяем раппорт. Начинается раппорт у нас с выпуклого столбика, а заканчивается раппорт ракушечкой, веерочком. Провязываю поверх цепочки из одной воздушной петли первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. В эту же вершину веерочка провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Значит, провязываем один выпуклый столбик с одним накидом. Вершину веерочка провязываю первый и второй столбик с одним накидом, одна воздушная петля, провязываю поверх цепочки третий и четвертый столбик с одним накидом. Один выпуклый столбик с одним накидом. Вершину веерочка провязываю первый и второй столбик с одним накидом.
1 воздушная петля, и в эту же вершину провязываю 3 и 4 столбик с одним накидом. Провязываю 1 выпуклый столбик с одним накидом. Все, связали узор номер 1. Раппорт узора состоит из 2 рядов. И повторяется все время узор, начиная со 2 по 3 ряд. 2-й, 3-й вяжется каждый раз. То есть связали 3-й, далее вяжете 2-й. Вяжем 3-й ряд узора номер 2. 1 воздушная петля. Так. Вершину столбика с одним накидом под косичку вяжите 1 пышный столбик, либо вместе со мной провязывайте 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 1 воздушная петля. В эту же вершину столбика под косичку провязывайте 2 пышный столбик, либо 3 полустолбика с одним накидом, с общей вершиной. 1 воздушная петля. Между элементами, там, где мы вязали 1 воздушную петлю, поверх петли вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Находим вершину столбика с одним накидом. Под косичку вяжем 1 пышный столбик с протяжками, либо 3 полустолбика с одним накидом, с общей вершиной и основанием. 1 воздушная петля. В это же место вяжете 3 полустолбика с одним накидом. Связали элемент, это у нас 1, и сейчас мы будем повторять. Свяжем еще раз точно такой же элемент, фрагмент узора. 1 воздушная петля. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Поверх столбика под косичку вяжите 1 пышный столбик с протяжками, либо 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Одна воздушная петля. В это же место провязываете 3 полустолбика с одним накидом. Все, связали. Либо вы вяжете 2 пышный столбик. 1 воздушная петля. Между элементами поверх цепочки из 1 воздушной петли вяжите 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И вяжем 2 элемента из полустолбиков с одним накидом. Кто вяжет с пышными столбиками, вяжите 1 пышный столбик. Четыре петли соединяем вместе. 1 воздушная петля. В это же место, в вершину столбика под косичку, вяжем еще раз 3 полустолбика с одним накидом, либо 2 пышный столбик. Все, соединяем петли вместе. 1 воздушная петля. Здесь мы вяжем с вами 1 выпуклый столбик с одним накидом. Таким образом, то есть поверх
ребра столбика провязываем один выпуклый столбик. Немножко подтягиваем кверху. Вершину веерочка вяжем первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. В эту же вершину провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Заканчиваем ряд. Я провяжу в первую петлю от столбика с одним накидом один столбик с одним накидом. Все, связали с вами три ряда узора. Так смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной. Четвертый ряд узора. Три воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Вершину веерочка провязываю первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. С изнаночной стороны мы вяжем один вогнутый столбик, один накид на крючок. Ввожу крючок от себя, огибаю и с задней стороны провязываем поверх грани столбика один столбик с одним накидом. Связали один вогнутый столбик. Две воздушные петли. Раз, два. Между элементами поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Вершину столбика с одним накидом под косичку провязываем один пышный столбик и либо три полустолбика с одним накидом, если вы вяжете как я. Соединяем петли вместе, одна воздушная петля. Опять же под косичку, если вы вяжете по схеме, то вяжете один пышный столбик. Я буду вязать 3 полустолбика с одним накидом, с общей вершины и с общим основанием. Одна воздушная петля. Между элементами поверх цепочки из одной воздушной петли вяжем один столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Раз, два. Вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю один столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Между элементами провязываю один столбик с одним накидом. Связали две ячейки. Одна воздушная петля. Вершину столбика под косичку провязываем. Если вяжете по схеме, то вяжете один пышный столбик. Я вяжу 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Одна воздушная петля. Вершину столбика под косичку вяжете второй пышный столбик, либо второй раз провязываете 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Одна воздушная петля. Между элементами вяжем один столбик с одним накидом.
заканчиваем вязать узор номер 2, 2 воздушные петли, провязываем один вогнутый столбик с одним накидом. Подтягиваем его кверху. Все, приступаем к вязанию узора номер 1. Значит, узор номер 1 я буду вязать так же, как вязала этот узор во втором ряду. То есть в четвертом ряду мы повторяем вязание узора и вяжем его, как вязали во втором ряду. Вершину веерочка провязала первый и второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Далее провязываю в эту же вершину третий и четвертый столбик с одним накидом. 1 вогнутый столбик, так как это изнаночная сторона узора. Значит, все у нас четные ряды вяжутся с изнаночной стороны. Вершину веерочка провязываю первый и второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В эту же вершину провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом. Один вогнутый столбик с одним накидом. И повторяем раппорт. Вершину веерочка провязываем первый и второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Провязывать третий и четвертый столбик с одним накидом. Повторяем раппорт. 1 вогнутый столбик с одним накидом и веерочек. Так смотрится узор с изнаночной стороны и с лицевой. Вяжем пятый ряд узора. А раппорт узора у нас состоит из 9 рядов в высоту. Три воздушные петли подъема, разворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем теперь пятый ряд, будем его вязать как третий. Два столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. И поверх цепочки из одной воздушной петли провязываем третий и четвертый столбик с одним накидом. 1 выпуклый столбик
вершину веерочка провязываем первый и второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и в эту же вершину провязываем третий и четвертый столбик с одним накидом. Повторяем раппорт. Раппорт начинается с выпуклого столбика с одним накидом. Заканчивается раппорт веерочком. Все нечетные ряды мы вяжем с вами по лицевой стороне, как третий ряд повторяем, а все четные ряды вяжем по изнаночной стороне и вяжем как второй ряд узора. Я вам потом еще подробно распишу для тех, кто не умеет читать схемы. Разберем узор и покажу наглядно, в какой последовательности, какие ряды, как вязать. Для тех, кто умеет читать схемы, все схемы у меня, если они есть, я их размещаю в конце видео. Также эти все схемы есть на просторах интернета. Можете самостоятельно их найти при желании. Кто ищет, тот всегда найдет. Заканчиваем вязать узор номер 1. Это первый узор. Провязываем 1 выпуклый столбик с 1 накидом. Переходим к вязанию узора номер 2. Это самый легкий ряд. Первый и номер 5 ряд самые-самые простые. Вяжем просто ячейки, квадратики, 2 воздушные петли. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Между элементами провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Вершину столбика с одним накидом, под косичку провязываю столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Вершину столбика под косичку, вот так вот, вяжем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Вершину столбика с одним накидом, под косичку провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Между элементами провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Заканчиваем вязать узор номер 2, провязываем. Это у нас нечетный ряд, лицевая сторона, провязываем 1 выпуклый столбик с одним накидом. Вяжем вершину веерочка поверх цепочки из одной воздушной петли, первый и второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. В эту же вершину провязывайте третий и четвертый столбик с одним накидом. Заканчивайте вязать ряд, провязывайте в третью петельку подъема 1 столбик с одним накидом. Все, связали 5 рядов. Вот так вот смотрится узор. И теперь вот этот фрагмент, он повторяется еще раз в высоту. То есть получается со 2 по 5 ряд идет повторение узора номер 2.
я свяжу за кадром. После того, как свяжу, покажу вам, как смотрится раппорт узора. И распишу вам последовательность вязания рядов. Вы перемотаете видео и продолжите вязать, повторяя вот эту часть. Я связала вместе с вами два вида узоров. Эти два вида входят в основу одного раппорта. Раппорт узора состоит из 9 рядов в высоту. С 10 ряда вяжется такой же узор, только в шахматном порядке. Узор номер 1 располагается над узором номер 2. Узор номер 2 в следующем раппорте располагается над узором номер 1. Как продолжить вязание далее? Шестой ряд вы вяжете по принципу вязания второго ряда. Это что касается узора номер 2. Седьмой ряд вяжете как третий. Восьмой ряд вяжете как четвертый. Девятый ряд вяжете как пятый. Узор номер 1 состоит из 2 рядов раппорт. Значит, шестой ряд вяжете так же, как вязали второй. Седьмой ряд вяжете, как вязали узор в третьем ряду. В узоре номер 1 все нечетные ряды вяжутся так же, как вяжется второй ряд. Вернее, третий ряд, а все четные ряды вяжутся, как вязался ряд номер 2. Перематывайте видео и продолжайте вязать раппорт, повторяя со второго по пятый ряд включительно. Вяжите 9 рядов в высоту и далее можете связать кофту. Дорогие рукодельницы, приглашаю вас на мой новый канал, который находится в Телеграм. На этом канале в Телеграме я для вас подготовила подборку с попетельными подробными мастер-классами, которые я разработала специально для начинающих. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Будем продолжать с вами вязать вместе плечевые вещи крючком и спицами. Для того, чтобы подписаться, вы можете пройти по ссылкам, которые я оставила в конце, в описании под этим видео, в первом закрепленном комментарии, и также воспользоваться телефоном и отсканировать QR-код. Жду всех желающих на моем канале с попетельными мастер-классами в Telegram.